Депутат Верховной Рады Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в том, что он обманул Украину при заключении торговых договоров. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает РИА Новости. Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые 2-3 месяца каждый год, цитирует депутата агентства. Бондарь добавил, что Европа не дает стране создать конкурентоспособную промышленность, заставляя ее покупать свои товары. Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. 11 декабря на Украине был опубликован закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.